Как вы думаете, как относятся русские к азербайджанцам? Я считаю, что в любой нации есть и плохие, и хорошие люди. Но большая разница среди, например, людей стран СНГ, особенно Россия, Белоруссия, так как в любом случае, сколько бы хорошего в какой нации не было, все равно расизм и шовинизм присутствует в России больше всего. И кто бы что бы ни говорил, я не расист, я отношусь ко всем людям одинаково, но к расистам надо относиться соответственно. Если человек расист, я буду к нему относиться как расист. А в России, к сожалению, 85-90% людей это расисты, шовинисты, фашисты, которые они, даже если они вам не скажут, они скрывают внутри, что если ты просто не русский, они просто не будут тебе хорошо относиться. Вот и все. И даже если они могут хорошо отнестись, они в какой-то момент могут тебе в какой-то определенной ситуации сказать, что вот дело в том, что не русский, и т.д. и т.п. и тому подобное. Я могу из своей жизни, из по своему опыту это сказать. Во-первых. Во-вторых, например, у нас очень много людей, которые поддерживают Россию там, и все, что связано с ее идеологией, с ее руководством. Я считаю, это люди предатели, я считаю, это люди двуличные, трусы, потому что они не могут высказать своего настоящего мнения. Они боятся не то, чтобы своей тени и своего мнения, они боятся, они из Баку, скажем так, никогда не выходили в другие страны. Но не выходя из Баку, из Азербайджана, не покидая Азербайджан, они делают вывод, что вот в этой стране люди такие, в этой стране люди такие. Я по своему опыту что могу сказать? Есть программа переселения соотечественников в Россию. Есть такая программа. И президент России Путин дал указ, что все, кто родился в Советском Союзе, кто там носитель русского языка и так далее и подобное, может пойти в посольство, подать документы и без проблем в течение там 6 месяцев помогают с переселением в Россию, снабжают там, не знаю, с работы и т.д. и т.п. Ну, все это, как я увидел, это все ложь.